Всем привет! Меня зовут Елена Ирмина, и вы на моем канале по вязанию крючком и спицами. Хочу вам показать свой новый проект, над которым я работаю в течение недели, что у меня получается и какие дальнейшие планы. В предыдущем видео я уже вам показывала свою работу. Название у меня еще нет, я не придумала, буду думать. Потому что у каждого мастер-класса у меня есть свое уникальное название. Собиралась вязать кардиган, но у меня получилось классное платье. Сегодня заканчиваю довязывать деталь переда и приступаю к вязанию кардигана. Кардиган я буду вязать уже из другой пряжи. Посмотрю из своего наличия. Почему я изменила решение? Потому что, смотрите, вот таким образом смотрится узор до ФТО. Здесь ромбики, они располагаются в шахматном порядке и проходит зигзаг, такая вот модная геометрия. Сейчас геометрия в моде, смотрится стильно, интересно. Этот узор я придумала сама, также модель платья я придумала картинка в голове, всплыла, и я хочу ее повторить. То есть у меня приходят какие-то такие образы, знаете, наброски, и я их воплощаю потом вот эти идеи уже в реальные вещи. Фотографии готовой работы нет, потому что это мой авторский проект, авторская работа. Вот как свяжу, так вам покажу уже готовое изделие. Так, вот это у меня деталь. Перед, который сейчас вяжу, до ФТО. И вот здесь вот у меня уже практически готовая часть. Это будет спинка. После ФТО вот так вот будет смотреться узор в отпаренном виде. Посмотрите, какой он интересный, красивый. По одно легкое, струящееся. Будет очень красивое, шикарное платье. Летний вариант. Очень красиво смотрится на фигуре. Я просто довольна своим результатом. Вяжется быстро. Здесь я закрыла петли для того, чтобы отпарить. Дальше у меня будет скос плеча, вырез горловины на спинке. И будет уже довязываю перед. Продумала рукава, будет несколько вариантов. Я еще посмотрю, то есть у меня есть задумка, некая задумка, как связать рукав. Но как только она у меня воплотится, обязательно вам покажу конечный результат. Просто хочу вам здесь, вот смотрите, как выглядит полотно после ФТО. Размер ромба изменился, у него появились очертания, хорошо просматривается узор. Здесь, видите, как вот он красиво-красиво выглядит вот этот рисунок. И вот таким образом смотрится до ФТО, чтобы вам дать посмотреть, как меняется пряжа, из которой я вяжу, и начальный результат, и это даже не конечный результат, потому что потом, когда у меня будет сборка, я это платье уже готовое постираю и уже окончательно отпарю. Давайте вам расскажу сразу же о пряже. Вяжу я из пряжи Alize Diva. Нравится мне эта пряжа, особенно она идеальна для вязания спицами. Девочки, вот все ссылки на пряжу, на интернет-магазин, на спицы, вся информация, которую я сейчас рассказываю вам в этом видео, будет, все ссылки будут даны вам в комментариях и в описании под этим видео. Раскрывайте описание, находите ссылки. Если вас заинтересовала пряжа, то выбирайте пряжу. Заинтересовали спицы, по ссылке выбирайте спицы. Также я поделюсь с вами своим промокодом на скидку. Размер скидки 5%. Это уникальный промокод, который я дарю только своим зрительницам, подписчицам моих каналов. По этому промокоду вы
экономите и покупайте, заказывайте самую классную пряжу, самые классные спицы в проверенном мной магазине. Пряжа 100% микрофибра акрил. Производитель рекомендует вязать спицами 2,5, 3,5 максимальный размер. Крючок для вязания вы выбираете номер 1, 3. Если вязать крючком, то крючок я обычно выбираю номер 2, либо 2,25. Но изделия, связанные из дива крючком, мне не очень нравятся. Она хорошо подходит для вязания только лишь, на мой взгляд, жакет можно связать, либо кардиган, потому что летняя кофточка топ получается более такие, знаете, и полотно плотное. Вот для спиц эта пряжа вообще превосходная. Цвет пряжи номер 382, бежевый. Значит, расход будет 2 мотка с небольшим, где-то 200, 210, может быть, 230 граммов пряжи на размер 46-48 вот подойдет. Если по фигуре, если хотите свободное, тогда на 44-46 размер. А спицы для вязания у меня чагу. Это разъемные спицы. Сейчас вот из этого набора я вам показывала. Если вы не видели видео по обзору спиц самых лучших, посмотрите мои рекомендации по выбору спиц. Я сейчас вам вставлю ссылку на видео и вставлю фотографию, где вы можете найти это видео, посмотреть, какими спицами я люблю и какие вам рекомендую. Вот эти спицы Чагу, они у меня, видите, на тросики съемные из набора. Размер спиц 2,75. 3,25 вот у меня в работе. Так, в этом наборе спицы 2,75, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5 и максимальный размер 5. В комплект входило 2 тросика. Вот, ну, подробно о спицах не буду вам рассказывать, потому что это я уже вам говорила в предыдущих видео. Посмотрите, если вас заинтересовали мои наборы, обязательно рекомендую посмотреть это видео по спицам. Не знаете, какие выбрать спицы для вязания для того, чтобы руки у вас отдыхали и вы наслаждались процессом вязания, рекомендую выбрать те спицы, которые я вам показываю. Ссылку на видео оставила во всплывающей подсказке. А кардиган сегодня я начну уже вязать, даже будет летний, будет связанный из 100% хлопка, это будет, скорее всего, мягкий хлопок. Я уже буду вязать спицами не чагу, потому что у меня здесь тросик занят. И он у меня остался один, занят платьем. А буду я вязать и спицами от Knit Pro. У меня такой набор есть. Здесь в этом наборе остались у меня большой диаметр спиц 4,5. Я заказала себе дополнительно другие номера, которые поменьше. Также вот этот обзор вы можете посмотреть на моем канале. Ссылочку я вам дала. Буду вязать образцы и подбирать уже диаметр спиц под узор. Вот у меня 4 номера, которые меньше размера 3,5. И тросик. Я заказывала 2 комплекта диаметр. То есть длина тросика у меня есть 60 сантиметров, 2 набора. 80 сантиметров, 2 набора. 100, один набор. А вот в этот комплект входит, видите, вот он, в каждом комплекте. У меня спрашивали, входит сам тросик и заглушки. Две заглушки, и в каждом комплекте есть ключ, при помощи которого вы закрепляете, надежно фиксируете саму спицу с тросиком, для того, чтобы в процессе вязания у вас спица тросика не раскручивалась. Больше всего мне спицы, конечно, нравятся чагу, но спицы Knit Pro Zinc также хорошие.
я вам рекомендую. Здесь разница, конечно же, существенная, особенно в цене, ну и в качестве. Потому что спицами и чагу вязать более комфортно и удобнее. Там вообще скорость вязания, мне кажется, увеличивается сразу же. Сразу же, вы знаете, вы как берете спицы и вот просто вязать одно удовольствие вот этими чагу. Но у них цена, конечно, мне кажется, самая максимальная, какая может быть. Пользуясь случаем, хочу вас пригласить на свой попетельный подробный мастер-класс. Со следующей недели мы начинаем вязать блузку крючком. Название проекта Lime Light. Я уже группу набрала, но если у вас есть желание присоединиться и вязать вместе с нами, то обязательно присоединяйтесь, потому что вязать можно, присоединиться к вязанию в любое время. Мастер-класс останется в записи, будет проходить на другом канале в закрытой группе. И каждая желающая, просмотрев вот это видео, может присоединиться к вязанию в любой момент. Не зависит от того, когда вы посмотрели это видео, в этом году, либо в следующем году. В любой момент вы можете в комментариях под этим видео написать «Хочу связать Lime Light», и я вам отвечу, как получить мастер-класс и присоединиться к вязанию. Сейчас я вам вставлю фрагмент видео, обзор, и жду вас на совместное вязание. Приходите, будем вязать вместе со мной, вместе с другими участницами группы замечательную летнюю кофточку крючком, которая подойдет абсолютно всем. Можно связать на любой размер, то есть неважно, какой размер вы носите, худенькая вы, стройная, либо полная. Полная женщина, девушка, не зависит от возраста, эта модель, она настолько универсальна, что подойдет всем-всем-всем девушкам и женщинам. Я вас жду на мастер-класс. Сегодня я хочу вас пригласить на новый подробный попетельный мастер-класс, который я разрабатываю специально для начинающих. А будем с вами вязать летний топ, блузку на любой размер, на любой возраст крючком. Сейчас я снимаю и записываю для вас новый мастер-класс по вязанию. Это абсолютно новая модель. Это не из архива моих старых мастер-классов. И в связи с этим я набираю группу. Название блузки. У всех проектов, которые я создаю, есть уникальные названия. Данная модель блузки называется Lime Light. Сейчас я набираю группу по совместному вязанию. Вы уже еще успеваете записаться. Сегодня первый день приема заявок. И начинаем с вами вязать. У меня работа в процессе вязания. Связала я два полотна. И вот сегодня буквально я буду снимать мастер-класс, как вяжутся подрезы и красивая линия проймы. Будет мастер-класс, отдельное видео. Таких видео будет много. Все мои мастер-классы попетельные, подробные проходят на другом канале. На канале в Telegram в закрытых группах. Присоединяйтесь к вязанию. Пишите в комментариях под этим видео. Хочу связать блузку Lime Light. Почему я выбрала вот такую модель? Обычно я все изделия вяжу по кругу, либо основа круглая кокетка, либо реглан сверху вниз. В этот раз я вяжу данную модель снизу вверх. Такой принцип вязания я выбрала из-за того, что очень много участниц, у которых размер очень большой. 56 плюс. И если вы вяжете на большой размер, тогда здесь уже не все модели вам подходят. И сложно подобрать модели, которые можно связать регланом сверху вниз.
А вот эта модель, она идеально подойдет на любой размер и также любой возраст. Посмотрите, какой красивый простой узор. Он не просвечивает. Его можно носить вот эту блузку без каких-либо дополнительных маек, топов. Ничего не нужно надевать под блузку. Все будет очень прилично смотреться. И в данной модели вам не будет летом жарко, потому что, ну, я вяжу из искусственного шелка. Здесь еще полотно не совсем можно хорошо рассмотреть узор, потому что требуется стирка полотна, отпаривание, и когда после стирки оно совсем приобретет уже другой вид. Ну, на самом деле узор очень легко просто вяжется и смотрится красиво. А вся прелесть этой блузки в рукавах. Будут красивые рукава, которые скрывают полноту рук. В общем, это уникальная модель, которая подойдет на любой возраст. И особенно ее рекомендую женщинам, у которых большой размер, больше 50-го. Там, где нужно скрывать все, что нужно скрыть и что как бы не рекомендуется показывать. У меня размер небольшой, но все-таки, знаете, привыкла уже вязать на размер 50-52, и руки сами вяжут. Немножко она мне будет свободная, так что что-то я от привычки вяжу на большие размеры, хотя мой сейчас размер 44-46. Вот этот размер я фактически ношу, а свяжется у меня на размер, даже подойдет на 50-е. Ну, это будет уже плотное прилегание к телу, но здесь вот у меня ширина полотна 49 по спинке, а по груди 50. То есть можно легко носить на обхват груди 100 сантиметров. В общем, вот такая вот у меня свободная блузка, летний вариант, с очень красивыми рукавами. И, конечно же, я снимаю для вас новый подробный попедельный мастер-класс. Вот эти все новые мастер-классы, они у меня отличаются от тех, которые были ранее, которые были на YouTube, сейчас они переехали на другой канал. Сейчас мастер-классы у меня настолько подробные и понятные, что свяжет даже... Вообще, любой, мне кажется, кто только-только учится вязать. Особенно вот эту модель, потому что здесь я буду все вам очень хорошо и показывать. Есть у меня схемы вязания. Все это получат участницы нового проекта. Название блузки Lime Light. Информацию о пряже, мои рекомендации я вам все дам. Даже дам ссылочки на интернет-магазин, на пряжу, где вы можете заказать и воспользоваться моим промокодом на скидку. Также вы получите информацию по расходу пряжи. Все это получают мои любимые участницы совместного вязания. Присоединиться к вязанию можете уже с сегодняшнего дня. Вступайте в группу. В комментариях под этим видео напишите «Хочу связать Lime Light». Я вам отвечу, как вступить в группу с мастер-классом. Все мастер-классы проходят на канале в Telegram. Кто еще не знает, это для новых зрительниц. Но кто меня постоянно смотрит, они уже все знают и давно уже вяжут. Уже второй год вяжут со мной в Telegram. Вот присмотритесь, пожалуйста, к этой модели. Научитесь вязать подрезы, пройму, сделать расчеты на любой размер. Я вам все расскажу, покажу, как правильно сделать расчеты. Научу вас вязать круглый красивый вырез горловины. В общем, очень много будет для вас полезной и ценной информации. Присоединяйтесь к вязанию. Я вас жду.